Ну что? Вынял я стекло вот это. Вот. Вынялось оно не очень сложно. Вот сюда вот в сторону чуть-чуть подается и вверх вынимается. Потом разобрал здесь все. Рамку снял травмозащитную. Прочие накладки. Это тоже вот в сторону отвел, выкрутил, не забудьте вот про этот болтик. Вот он. Ну и вырезал вот это стекло. Вырезал минут 30, наверное. Оно находится в рамке пластмассовой. Рамка снимается наружу. Рамка несложно снимается. Вот. Потом опять же вот этим ножиком зачищаем клей. Вот. Сейчас пойдем вторую сторону сделаем, потом будем клеить. Вставляется оно вот здесь такие усики. И эти усики ставятся вот сюда и сюда. То есть наносится клей. Либо на стекло, скорее всего на стекло будем наносить. Потом вот так вот его засунем. И аккуратно вот так вот поставим. То есть сложность была только в том, чтобы срезать аккуратно вот это стекло. Срезал, сейчас покажу чем. Срезал вот таким канцелярским ножом загнутым. Лезвие можно в эту сторону ставить, можно в эту. Срезал с этой стороны вот такими вот движениями. Также с этой стороны здесь нужно было на всю длину делать. Ну, снизу тут совсем просто здесь. Здесь помучился сверху. Ну, сломал порядка 5 лезвий. Руки целые, не порезался. Вот. В дверях мовилью проливал, двери не гнилые. Вот так для себя сделаю уже видосик. Чтобы не капало на стопор двери, там такая специальная смазка. Вот так вот видно все. Так, ну что, стекла я обклеил, чтобы клеем не замазать, потом это все аккуратненько сдерется, снимется. Ну вот это тонированная, нетонированная. Ну, собственно, и все, что я хотел показать. Решил делать сам. Не гнать ни в какую станцию. Так что эти двери, думаю, мы сделаем. Потом будем смотреть с боковыми. Тут немножко может будет сложнее, потому что нужно снять вот эту накладку, не повредив. Это сделать не так-то просто. Ну, попробуем. Все.